300-летию российской полиции. По приказу НКВД в апреле 1922 года уголовный розыск был выделен в самостоятельную структурную единицу и не подчинялся милиции. Однако в августе 1923 года, убедившись, что уголовному розыску нельзя работать в отрыве от милиции, он был вновь передан в милицию. Проект подготовлен АТВ-Медиа совместно с полицией Ставрополья.